Сейчас мы попытаемся натянуть на Роберта, которому послезавтра целый месяц, маленькую тельняшечку, которая может даже на него и не налезть. Тогда он застрянет. Тогда он застрянет и будет всегда с маленькой тельняшечкой. Роб, ты же хочешь быть морячком? Терпи. Очень ему нравится тельняшка, сразу видно. О, спина уже толстенькая. Кажется, ему идет. Кажется, тебе идет, Роб. Тебе очень идет тельняшка. Что настоящий прирожденный. Ну ничего страшного. Роб, ты прирожденный морячок. Ох. Ну, осталось чуть-чуть. Да не, я думаю, может быть, он все-таки много написал. Может, у меня быстренько. Так, сегодня у нашего Боба, комбинезончик морской. Он ему как раз вообще по размерчику. Ну, прямо идеальный. Еще неделька, и он из него вырастет. Как раз теперь он может как следует полежать, почувствовать себя морячком. Бобби! Бобби! Do you like that? Do you like that suit? Бобби красавчик. Бобби. Бобби, look at the camera. Бобби, look at the camera. One time, just one time. Okay, thanks.